В Магадане прошло открытие офиса Сбербанк нового формата. Новый офис очень светлый и уютный, а также зона самообслуживания оснащена новыми банкоматами, благодаря которым снимать деньги можно не только с помощью карты или телефона, но и с помощью системы распознавания лиц. На торжественном открытии присутствовал мэр города Юрий Гришан и управляющий северо-восточным отделением Сбербанка Олег Бугай. В новом офисе будут предложены как старые услуги банка, так и новинки, связанные с рядом полезных для жизни нефинансовых сервисов. Также в новом офисе расположилась кофе-зона для большего удобства посетителей в режиме ожидания. Конечно, мы хотим масштабировать подобные офисы. Если наши клиенты оценят такое новое наше подходное дизайнерское решение, мы, конечно, в следующем году будем планировать открывать еще два офиса подобного формата. Хотим, чтобы максимально клиентам было удобно. Сотрудники Сбербанка с радостью примут новых клиентов и доступно расскажут о всех новинках и полезностях в сфере услуг.